Ну что, земляне, вот Виктория организовала праздник, купила шариков, я ей роз купил, она вот надула их, видите? Розы надула? Да, розы. Потом купила тортики, ну, мне вот остался, я сказал, что я буду за Мирочку, за Радочку, ну и за дядю Марсика, выпью молока, и вот я передаю Виктории камеру. Иска, это моя. Это вот все от торта. Мы сейчас сделаем вот так вот. Вот все чистенько. Земляне, 30 лет я не ел, не пил молока. 30 лет. До этого я не мог дня прожить без молока. А потом... Так, вот же ты... Вот решил сегодня, Думал ли я раньше когда-то, что у меня будут собачки, что они будут за столом есть? Да никогда не думал. Ну, а теперь вот есть собачки, есть канал, есть зрители. Ну, я даже сказал не как зрители, а больше сказать жители канала. Зрители это, которые мимо шел да увидел, а жители это, которые... Живет, участвует. Меня видно? Видно. А то вечно снимет или брюки мои, или это, или шорты. Вот. Какой красивый. Пользуясь случаем, хочу... Хватит ей давать торт. Хочу, все, больше не дай. Пользуясь случаем, хочу выпить стакан молока. Хотел сказать другое. А вот, что со мной будет, я не знаю. Поживем, увидим. Ну, надо так хочется. А Владимир Федорович, мой друг, врач, говорит, если очень хочется, говорит, возьми досье. Так вот, если кому-то нельзя тортика или молока, возьмите, да и съешьте, и выпейте. Ну, давай, именинница, за тебя. Опа, все. Ратульчик. Вот, Александр Док совратился, выпил за сколько лет молока. Я поперенервничал. С этим праздником, пока ездили, шарики надували, пока думали, как там, чего, что будет. А получилось просто, естественно, без всяких сценариев, без ничего. Взяли да отметили, вечером вот еще салют намерены запустить. Вот она с нами осталась, вот эта вот чудушка маленькая, сердечная Радочка. Ну, а папка там, в Краснодаре. Ну, приедет. Он ворон ловит в подарок. Да, он за. Он всех этих голубей там. Голуби уже прячутся. Уже его как увидит твою папку, голуби. Так сразу же. Давай так, чтобы она вот сюда. О, кто-то пришел. Рада. А вон же там. Ну, больше не будем давать. Нет, все, хватит. И так. Ну что, земляне, пишите. Мало пишите комментариев. Ладно, то, что там смотрите, постоянные клиенты все равно смотрят. Клиенты, это я сказал клиенты. А, напились. Напились. Молоко на меня так повлияло. Да. Ой, не говоря, голова зашумела, закрутилась. И не только голова, и ниже головы закрутилась, закружилась. Ужас. Что он там? Хотел что-то сказать. Ну, значит, все. Что-то уже язык стал заплетаться. Подожди, не выключай. Все равно что-то хочу сказать. Сейчас выдам. Что выдам? Скажи, мы Марвела поздравляем. И Альбочку поздравляем. Они все в один день родились, да? Да, Марвел хулиган. Альба уже мамка. А ты у нас кнопочка вечная. Да?
Ну, вы не кнопочка. Земляне.